Захарке бабушка передала какую-то кофточку. Ой, какая классная. Темненькая опять такая. Егорка написано. Сейчас очень распространенное имя Егор. Такая тоненькая. Такой медведь с наушниками. Вот такая, но она тоненькая. Ну, подпух этот, подпуховик. Так, свекровь еще передала мне влажные салфетки от Faberlic. Значит, это для туалета гель очищающий. И вот такое средство, универсальное антибактериальное средство. Я им лоток Брюсо обрабатываю. Так что вот так вот. Спасибо. Да, Брюс? Все, пришел папа, время 10:30. Я спрошу, не знаю, ел, не ел. Пойду померяю Захарке. Мы уже спать собираемся. Девочки, мы сходили в магазин в капроновых колготках. Я обожаю капроновые колготы вообще. Чем мы там занимаемся? А? Чё ты сюда пришел? Тут холодно. Когда ухожу, всегда окна открываю, чтобы этот проветрить квартиру. Ой. Все, так, сейчас покажу, что купили. 5 я потратила деньги. Ну что такое? Купила себе вот такую корзинку. Корзинку, ящик, как правильно сказать. Наверное, ящик, корзинка должна быть плетеной. Да, Брюс? 5 полы мыть, увольнять лоток у кота. Корзина, она с крышкой вот такой. Это очень хорошо. Так, секунд. Пришел. Вот как же он пропустит распаковку пакетов, а? Как же он это пропустит? Захар мне помогал, он сам. Крышка была в пакете, я несла, а Захар нес корзину сам в одной руке за меня держался. Вот такой помощник у меня растет. Мама себе расческу купила. Вот такая вот. С такими, ну подожди, дай покажу девочкам. С такими закругленными зубчиками. Я давно на нее смотрела и взяла. В принципе, мне уже пора поменять расческу эту. Тангел Тизер. Вот реклама. Потом дали шок цены Копейкин дом. Это в Копейкином доме я покупала расческу и ящик вот этот. Дальше зелень. Зеленый лук. Укроп, петрушка вместе. Далее, папе нашему Рабипрозол. Аптека сейчас сказала, говорит, первый раз за месяц типа работы в этой аптеке. Ну, видимо, новенькая эта. Я, говорит, продаю Рабипрозол. Говорит, я вообще об этом препарате ни разу не слышала. Обычно покупаю Тамес или Амипрозол. Так. Акция в перекрестке пошли. Мне аж интересно. Вот только не порви. Ты можешь посмотреть, но не порви. Потому что перец черный молотый. Потому что, сынок. Теперь взяла попробовать Антарктик Риль, только уже сливочно-чесночная. Такая. Там мне очень понравилось. Дальше на салаты руку взяла опять. Я прям не могу теперь без такой зелени. Но она стоит не бюджетно. Я прям балдею. Что там еще взял? Ценники взял, это мы будем папе показывать. Да, я показываю мужу, стараюсь постоянно, чтобы он знал, куда уходят деньги, что я на себя не трачу там. Это в этом дали. Как его зовут? Вот это не надо рвать. Пусть будет тут.
Так, суп собираюсь варить. Так, фишки. Вот, фишки это отсюда. Копейкин дом. Закрома, магазин закрома. Собираюсь варить суп. Рисовый националь. Взяла вот такой рис. Выбрала подлиннее, чтобы был. Я люблю, когда рис чувствуется. Дальше много винограда взяла. Он у меня аж вышел на 163 рубля. Ну, знаете, сезон это кишмиш, чтобы Захар мог есть. Сезон подходит к концу, и я считаю, что его надо кушать. Дальше это перловая каша. Дальше голень индейки. Вот такая. Не знаю, либо Захарке суп сварю отдельно, либо обхерачу и обжарю. Бананы Захару. Тут уже не до себя, чисто Захар ест одну штуку в день. Бантон. Не надо так делать! И вот перекресток. Где книжечка с перекрестка? Вот она. Мне аж интересно, какие тут акции. Ой, ну что за цены на сковороды бешеные? Черти чё. Жироудалитель. Пенотен какой-то. Слышали о таком когда-нибудь? Это дорого. Все равно. Вот это все барахло. Для этого я купила вот этот ящик. Вот именно я туда буду лаки перекладывать. Он сейчас грязный. Захар его по полу немножко волочил, поэтому сейчас его этот помыть надо. У меня стресс. Захар порвал мои штаны сауна Торнео для похудения. Прям поматнее. Как-то вот так вот. Нехрен было оставлять. Всегда их на лоджии хранила. Тут оставила один раз в комнате и все на этом. И он все ухайдохал. Да, Захарчик. Мы будем кушать суп. И у меня суп закончится. Только сейчас вот Захаркина останется. Не знаю, мне там что достанется. И этот. И варить новый суп надо. Думала, таракан сидит. Я очень рада, что купила именно эту корзину, потому что я хотела другую в перекрестке купить. Такая круглая, тоже с ручками. Тоже таких приятных. Видите, какая она глубокая? Вот так вот. Закрыла. И сейчас отнесу. У меня тут рисовый супчик варится. Сейчас туда этот мясо поколупаю. Вот так вот возьму. И понесу. Ой, они тяжелые. Мама, не горюй, сейчас уроню. Ой, ой. Вот, смотрите. И вот так все это дело сюда встало. Когда однокомнатная квартира, другого выхода нет. Это у нас еще квартира, я должна сказать. Для, я считаю, большая. Комната у нас большая. Так, Захар, ты опять не ложишься спать. Все, этот поднос весь в пыли стоит. Фу. Пойдем ее в ванной помою. Помыла раковину, сортир средством от Faberlic. Все, пускай высыхает. Пойдем, Захар. Тут опять мокрые полы сейчас. Опять у тебя будет горшок, он Захаркин вынесла. Иди ложись спать. Опять намочил носки мокрые теперь. Девочки, у нас уже следующий день.
следующее утро. Патчи у меня отклеиваются. Ну и в принципе, да, их уже можно снять. Ну, работаю так, слабенько. Слабенько работают. Зось, я что хочу сказать. У меня такое состояние сейчас. Сына. Сейчас гулять пойдем с Захаром. За подгузниками пойдем закончим. Такое состояние, что приснился мне, значит, сегодня сон. Не хочу даже это произносить. Как? То, что, в общем, мой муж, в общем, умер, да? Кошмар, я это пережила, этот ужас, этот стресс, этот шок, эту боль во сне. Слезы, плачу, истерики. В конце, как я лежу у него на могиле, плачу много-много часов, плачу. Почему этот сон приснился? Это кошмар. Может быть, к тому, чтобы дорожить своим родным человеком? Кошмар. Вот это ужас. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Наверное, это хотел сказать этот сон мне. Я не знаю. Ну, короче, девочки, это ужас. Зось, ну, хватит, сын, сопляк, и от слова сопли, в смысле. Она такая пухшая, пойду расчесываться, умываться, зубы чистить, пойдем гулять. Мы уже позавтракали. Короче, вот такой вот ступор, после таких снов у меня всегда ступор, мне очень часто почему-то да про маму снится мою. Вот то же самое про мужа приснилось. Это жесть. Это жесть такая, какая она есть. Ужас. Ну, вот такой вот ступор. И на целый день приобретается ступор такой. Вот. Как шок. Во сне же ты вообще в это веришь? Думаешь, что это наяву? Просыпаешься и думаешь, слава богу, что это сон. Захар, сейчас упадешь, сына. Упадешь, бубух. Бубух. Что этот мальчик делает? Пытается себе преграды. Вот сейчас упадешь. Ну зачем ты это делаешь? Скажи, пожалуйста, мне. Мама должна одной рукой тебя тягать. Считаю, что это он внимание на себя перетягивает просто. Боюсь, думал пойти открыть Соник в интернете, глянуть. Но боюсь, честно. Ой, боюсь, как. Может, не смотреть? Вы как думаете? Что у меня какой-то интернет странный? Не интернет, а ноутбук. Мышка все трясется. Со своим КамАЗом. Мы в больнице. Что, Захар? А что ты только эту трогаешь машинку? Что это такое? Не понимаю я, что это. Она выключена. Батарейки сели, видишь? Батарейки сели. Выключим. Мама. Я не на полу, я стою. Смотри сюда, Захар.
Захар. Аккуратно. Аккуратно. На, на. Мы опять в кинотеатр зашли, Захарку возили. Облепихового чая, я его обожаю. А ты что будешь? А я буду коктейль. А ты обожаешь коктейль? Да. Мальчик, мальчик. Ну, конечно. Освеченные здесь стульчики такие низкие, что Захар там может сесть. Сумочки какие. Ну что ты мне на ноги наступаешь? А? Ребенок ушел. Захар. Ребенка ступор. Танцуй. Дискотека. Да, боится. Отправила папу за кашками фуртаняне Захаркины, что на ночь пьет. Да, сынок? В Магнит. Это вот новостройки называется, Солнечный круг. Вот здесь я себе квартиру хотела бы. Хотела, перехотела. Ну, помните, я вам показывала каких-то полгода назад эти чертежи, мы когда в офис ездили где-то. Трехкомнатная стоит от 3 500 000. Ой, дорого. Сейчас Захарку возили в больницу к урологу, хирургу. Посмотрел писю. Сказал сильно не растягивать. Как она называется, господи, эту кожицу.
Это будут шрамы. Не лази там. Нельзя. Захар полез. Мы тут KFC картошечку захотела. Домой везем. А он полез уже сюда. Что-то машинку выкинул. Дай шапку сниму. Дай сниму шапку. У меня чай с облепихой. Я ходила в балетках. Кошки, у нас тепло сегодня. Так, заехали, купили фрутоняню, вот я рассказывала потом. Тут пакет с рыбой. Кыш, Захарка. Так, потом это папа сам ходил, покупал. Овсяная каша, персик. Овсяная каша, персик. Две одинаковые, ну и ничего, ладно. Часто бывает, что в одной полностью не заканчивается, чуть-чуть совсем остается, вот как у меня вот в этих, например. Вот в этих двух. Я сейчас выкину, потому что они уже просрочились. Вот, овсяная каша, персик. И не больше двух недель можно держать отчеты. Не знаю, кто рискует, тот пусть это принимает. Здесь морской язык, 1,5 килограмма огурцы с рынка. Дальше. Зелень пакет. Различная зелень, ну что мы на рынке за морским языком заезжали. Это редиска все. Два лука, кинза, петрушка. Потому что укроп у меня есть, я покупала. Так, пока сюда поставлю. Чтобы помыть просто надо. Ноутбук у меня глючит. Так, здесь это Захаркин пакет. Здесь просто шапочка, его вода. Так, моя капуста. Так, в KFC я давно хотела купить картошку. Вот. На, сынок. Сейчас Захар попробует и обалдеет. Мне надо... Надо было 3 брать. Мы 2 взяли. 2 нам будет мало. Захар сейчас распробует, тоже захочет. Да? Вкусно? Болеть не могу. Не надо, как сказать. Но она любила выпивать. Вот этого нас одна. Тяжелая, да? Мы пришли домой, погуляла с Захаркой. Плюс 20 градусов у нас. Правда, ветрено. Хорошо солнышко, но ветрено. Грязно. Пылесос у нас забилось и там. Мешок. Второй мешок у нас был, но мы его не можем найти. Захар поронял шапку, надо ее стирать только. Так, это лаваш. Ой, господи. Семечки. Бабкины семечки. Что ты делаешь? Вообще.
Почему у Захарки постоянно, когда он нагуляется на улице, он сопливит? Сопли текут у него. Биолакты 4 штучки. Нельзя! Посмотрите, что делает. Посмотрите, что он делает. Так, еще один биолакт. Брюсу корм жидкий. Картошка. Буду винегрет делать. Морковка. Свекла. Лук репчатый. И огурцы вот такие малосольные. Потом смотрите. Карточку. Я потеряла карточку. Мне дали новую. Ну как дали? Я ее купила. Она стоит 10 рублей. Вот и все. Поквасилась у меня капусточка, вкусная, но правда я сахаром посыпаю ее. Может, говорит, очень вкусная. Ну, забыла им сказать, что я сахаром посыпаю. Вот. Этот. А так очень вкусная получилась. Очень нам понравилось двоим обоим. Так, девочки, сделала я винегрет. Вот такую большую тарелку со своей квашеной капустой. Здорово, класс вообще. Блин, я тут... Ну, вот она, моя квашеная капуста стоит. Ну, ее не видно. Остатки остались, я как всегда. И готовить помалу, видите, я не очень могу. Захар, ты спать собираешься? А? Бай-бай. Брюс, уйди, пожалуйста. Захар с утра банан ел. Даже 2 банана. Ну, 1.5 он съел. Так, еще продукты. Ой, блин, в другом пакете. Все валится. В маленьком другом. Это батон еще я взяла, помимо... Как его? Господи, лаваша. По акции вот такая была икра ментая Лунское море. Какая-то икра мне нравится. Забыл какая. Там еще трески было. Но, по-моему, ментай мне нравится. Не взяла масло сливочное, чтобы на батон мазать. Майонез, кетчуп. Вот такой, типа лечо взяла. Ну, чтобы можно было макароны, чтобы острым не был. И персики, или как они, да, персики я взяла. 1 килограмм. 718 грамм у меня получилось на 57 рублей. Ноутбук у меня не хочет работать совершенно. Я уже не знаю, что с ним делать. Уже все сломались. Компьютеры все пополомались уже. Наклеила себе. Особо не помогает. Надо окно закрыть, а то Захарка сидит тут. Закрываем. Сейчас пойду Захару налью супчик. Будет обедать. Мне надо лекарство выпить. Аппарат, что у меня был, прикрепленный. Таблетки их так назовем. Вот. Там таблетки не заряжаются в этом аппарате, короче. Взяла я попробовать. Вот. Он у меня перестал работать, короче. Я так испугалась, думала, мне инфаркт случится. Не знаю, муж позвонил, спросил хозяйки этого аппарата, что такое. Она говорит, надо батарейку поменять. Хоть бы предупредила, сказала. Забыла нам об этом сказать. Я перенервничалась. Ну, так как пока не могу пользоваться, пока он лежит, муж придет, там открутит, потом поменяет. Я решила нанести и фреше для глаз. Что-то щипят. Но мне кажется, может быть, срок годности прошел. Не до 2020 года. Вот для лица. Что способствует у меня болям? Я не знаю. Во-первых, я считаю, что я стала принимать вобензим, и вобензим вызывает головные боли. Вот они у меня начались, сильные головные боли. Ну вот.
я красила волосы тогда. Была ветреная погода, могло надуть. Нервы очень как бы сильно реагируют на холодную воду горячую, на ветреную погоду, на холодную погоду. Вот. И вот этим. В тот день я пользовалась вот этим. Редко же я пользуюсь чем-либо. А тот день, я помню, я пользовалась. Потом просто утром открыла глаза, и у меня вот так вот вся левая сторона болит. Как будто на мигрень, знаете, похоже. Не знаю я. Все эти антидепрессанты, одному месту припарка. Припадок. А знаете почему? Потому что, значит, не только в психике проблема, а проблема физическая есть. Я думаю, что это инфекция. Это вирус герпеса, но они замалчивают, они не хотят. Потому что это не... Как это, наверное, никак и не лечишь. Интоксикация. О, хуже некогда, когда ты что-то берешь у человека. То есть это не твое, а чужое. Вот поэтому я не люблю это делать. Ты что-то ломаешь. Это для бюста, для шеи, для зоны декольте. И потом капец. Что потом делать, неизвестно. Правильно, девочки? Это же ужас, ужас. У меня 7 потов с меня сошло. Кошмар. Захар уже час катает качелю. Раньше у него такого не было. Видно, этот взрослеет. С машинкой играется. Все сидит. Обезьянку нашел. Умыться понять, что наверняка там в нем стоит батарейка. Да? Я пойду свою книжку почитаю. Если на вибромассажер сяду, наверное. Вот. У Захарки новая привычка появилась — облизывать губы, особенно верхнюю губу. От этого у него обветривание. И Захар, еще раз говорю, не спал. Уже время 6 часов 18.04. Он так и не в обед не спал. Сейчас ложится спать. Будет потом до 2, до 3 гулять. Такая с меня мама никакая. А на этом все. Пока-пока.